Привет, друзья! Мы в айфонах, телефонах, и все за нами следят, как мне сказали там кто-то. И вот мы теперь в коллективном разуме, в этом формате, который изобрел я. Советы давайте. Остались последние мазки. Последние мазки, чтобы мы сделали шедевр. Да. Мы человеки, только вместе можем сделать что-то в этой новой реальности. Да, друзья, победа над страхом, превращение энергии страха в новые достижения путем творческого подхода. А творческий подход – это поиск наиболее простого решения через призму общечеловеческих ценностей. Так что, друзья, давайте советы. Без вас я, ну да, маленькая единица социума, как и каждый из нас. И каждый из нас в своей доминанте, когда он в стрессе. Он не слышит никого, не слышит другого, в нем только инстинкты выживания, потому что внимание сужено, он в туннельном зрении. Нам надо расширить взгляд, нам надо снять очки и красные, и желтые, и черные, и розовые, и посмотреть на мир прямо. Творчески, творчески. Это и есть прямо посмотреть на вещи. Надо отстраниться от своих эмоций, от своего личного эго, от страха, от шаблонов, стереотипов мышления и посмотреть, кто же мы такие, каждый из нас, и кто же мы вместе. И кто же такое человек с большой буквы, который, покоряя страх и шаблоны мышления, в своем эволюционном развитии двигается вперед, несмотря ни на что, вопреки всем обстоятельствам. Мы в новой реальности, друзья. И наша поддержка каждому из нас, человечность и человеки, которые нам помогают создавать изобретения и шедевры. До встречи, друзья. Подписывайтесь на наш канал. Как принято сейчас говорить, подписывайтесь, да, на наши сети, на Телеграм подписывайтесь, мой метод ключ Хасаалиева, да, на WhatsApp. Короче говоря, сегодня мир такой. Так что в этой части вопроса мы будем подчиняться требованиям, чтобы нас слышали не только мы сами, хотя когда мы в страхе, мы и себя не слышим. Поэтому человек, творец, использующий энергию страха для изобретательских решений. До встречи, друзья. Давайте советы. Я прислушиваюсь ко всем советам и выбираю как в балансе, принимаю решения и делаю из картины шедевры. Но не забывайте, особенно новички, что писать картины, хоть я и художник, и член Союза, Творческого Союза художников России, но в первую очередь я занимаюсь совершенствованием метода ключ саморегуляции. Вместе со мной мой сын Ален Алиев, психолог, а я врач и психолог, и дочь моя психолог Шейла Алиева, и вся школа человек будущего, Homo Futurus. До встречи, друзья. Давайте советы, я буду дорабатывать картину. Это картина для Марка, моего друга. И он сам пусть там напишет совет, чтобы картина стала шедевром. До встречи, друзья.